2007 году неизменно элегантный Ален Делон неожиданно появился на Каннском кинофестивале в сопровождении прелестной барышни. Незнакомые с ней злые языки тотчас же приписали престарелому сердцееду очередную победу, но он разочаровал любителей клубнички, представив на очередном рауте эту красотку как свою дочь Аннушку. Окружившие Делона журналисты его снова спрашивали, почему он дал ей такое необычное имя. И он опять им отвечал, что оно ему нравится, ибо звучит ласкательно. Девушка только смеялась, слушая разъяснение отца, а он, гордо выпячивая грудь, говорил, что хочет, чтобы Аннушка стала актрисой. У нее, мол, есть все данные, но пока его дочь выражает склонность только к журналистике. А каково его, мягко говоря, неважное отношение к пишущей братии, хорошо, мол, всем известно. И это его заявление вызвало общий хохот этой самой братии. Он важно заметил, что уверен, его актерские гены передались детям. Своего младшего сына Алена Фабьена он уже снимал в телесериале. Щелкали блицы, дежурно улыбались отец и дочь Долоны. Все было, как обычно бывает, на подобных светских мероприятиях.